Все на крыло. В минувшие выходные в Сургуте прошел фестиваль работающей молодежи. Центр специальной подготовки «Сибирский легион» собрал под своей крышей самых активных, позитивных и творческих молодых людей нашего города. Всего в фестивале приняли участие 8 команд. За 2 конкурсных дня ребята прошли ряд испытаний. Это творческие и интеллектуальные конкурсы, утренний стендап и полевую кухню. А еще проявили себя в деловой игре. В итоге лучшими в этом году стала работающая молодежь городских тепловых сетей. Это место, где ребята могут, скажем так, выплеснуть свою положительную энергию, показать, на что они могут, кроме того, что они выполняют свои какие-то прямые функциональные обязанности на работе. И очень радует, что каждый год, там, за месяц до начала уже начинаются звонки, письма, что будет, не будет фестиваль, будет, отлично, мы готовимся. То есть ребята ждут, ребятам это нравится.